Короче, вышла первый раз на пробежку. Даже не скажу в этом году, наверное, за последний год. Это точно. Первый раз вышла. Я пробежала один круг вокруг своего дома. И чувствую, что нет, в организме силы есть. То есть могу бежать, как бы не тяжело. А вот дыхание, я почувствовала такую горечь в горле. И не могла сделать нормальный вдох, да, достаточно большой. Была какая-то боль. Я до сих пор не могу отдышаться, где-то уже минуты 4-5. Не могу отдышаться. Мне кажется, это легкие охерели мои. Тут то просто я дышала, а тут вдруг я решила побегать, и у меня легкие задышали полной грудью. По полной мощью своей и охренели. Даже немножко стало плохо. Короче, я думаю, на сегодня мне хватит. Это очень стыдно для меня. Один круг всего лишь делала. Но это лучше с чего-то начинать. Смотрите, какой крутой чай я нашла. Я надеюсь, он будет вкусный. Только у нас чайничка нет специального. Я, наверное, сейчас зайду в фикс-прайс и куплю дешевый чайничек. Я выбрала вот такой, смотрите. Олененочек, как я люблю. И алтайский. Здесь душица, мята, лист смородины, шиповник, календула, золотой корень. Я надеюсь, будет вкусненько. Я никогда не обращала внимания на такие чаи. Сейчас думаю, может шиповник взять, смотрю, а здесь вообще сборник. Я надеюсь, нам понравится и будем его пить. Так, вот такой чайничек я купила в фикс-прайсе за 200 рублей. Кстати, в прошлый раз, когда я обращала внимание на эти чайнички, их было куча. А в этот раз я уже отчаялась, думала, их не будет. Все уже и случайно, кое-как, где-то вдалеке за кучей других мисок нашла два таких чайничка, всего лишь два. Итак, вот наш чай. Сейчас мы его неудобно одной рукой, конечно. Хотела вам показать, не знаю, зачем вам это нужно. Блин, рассыпала. Я не хочу много заваривать сейчас. Где-то полторы ложечки будет достаточно. Вот это я сейчас тоже высыплю, что я просыпала. И заливаем кипяточком. Я думаю, вот так пока будет достаточно. Эх, и будем потихоньку себя настраивать на переход на такой натуральный чаек. Делаю себе ногти. Вот что было до. Покажи. На второй вот. Да. На второй руке то же самое. Но я хочу сделать коррекцию. И будет у меня в итоге две разные руки. То есть на каждой руке разные дизайны. Вот такие ноготочки у меня на левой руке получились. И вот такие на правой. Блин, тут варенье продают. Я бы купила, но у меня нет наличных. Совсем. Нет наличных, а бабушки на карту не принимает, чтобы сбросить. На свой канал. Привет! Короче, сегодня сделали несколько дел, забрали справки о доходах, столько работ, с моей работы старой, с его тоже старой. Съездили к дедушке на другой конец города. И сейчас едем домой. Очень быстро прошел день. Что ты делаешь? Я порядок навожу. Ты больной? У тебя все нормально с головой, Толик? Нет. Маша, одевайся. Привет, ребят.
Когда я нервничаю, почему-то мое лицо улыбается. Всегда так было. Вот всегда. На грани того, что я сейчас заплачу, почему-то я улыбаюсь. И с улыбкой у меня начинают идти слезы. Ну, когда уже истерика, понятное дело, не улыбаюсь. Там уже вообще что-то с лицом. Ну, в общем, сегодня я ночевала у мамы. Видео вы могли видеть чуть-чуть, конечно, чтобы никого не пугать, чтобы не позорить никого. Я всего лишь малюсенькие фрагменты показала. Но смысл в том, что почему-то мужчины в подавляющем своем большинстве постоянно в течение своей жизни придумывают на ровном месте проблемы. В плане того, что какие-то зависимости, какие-то наклонности, домашнее насилие, агрессия, обиды, комплексы и так далее и тому подобное. И они почти всегда помещают свою злость, свои эмоции на своих близких, на своей семье. Не стало исключением и моя ситуация. Который раз в моей жизни мой жизненный партнер, так скажем, оказывается оборотнем, так скажем, да? Который в одно время почти идеальный, а в другое время невозможно тиран. Может быть, дело во мне, хотя, как говорится, а что ты сделала, чтобы он тебя не бил? Ну, я шучу, конечно, меня никто не бил. Но мне сделали очень больно душе и сердцу. Я на самом деле думаю, что, может быть, есть и моя вина. Но любой конфликт, любую ситуацию можно обсудить, разговаривая и напрямую, высказывая в спокойной форме свое негодование. И уже находя пути решения. Если их не существует, если не приходите к этому, если, допустим, договорились и все равно не сдерживаете, то почки, что ли, растут на деревьях. Серьезно, то уже как бы все. Незачем с этим человеком общаться. В общем, сейчас я иду пешком от своей мамы к дому своему, пока что, которую я считаю домом своим, и покажу вам, что там произошло. Так. Ну, здесь получше, чем я думала. Да, это мои документы. Thank you.
общем, так. Так, я убралась в доме. Сейчас жду клиента. Он уже вот-вот поднимется. Приготовила покушать. Вот такое второе. И салатик. Также купила немного пива, любимую шоколадку, сгущенку, любимую колу. Все для человека, который меня обижает. Ну, это так, по-дружески. И жду клиента. Слава богу, робот-пылесос работает, он как-то странно шумит.